Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Кампал Дозевалка. Ну как обычно, собственно. А мы наконец идем на миссию. Решил я записывать через проц. Обычно записывал через видюху, но видюха пока записывать не хочет. Да вернее. Короче, не буду тут критиковать тебя. Вот. Ты наконец-таки дошел до меня. Бой мне тут, я тут, видишь, уже перефармил всех, кого только можно было, только чтобы не заходить, так сказать, на миссию раньше тебя. Ну, поперли, вон тот вот челик стоит. Don't shoot, don't shoot! Все, короче. I'm here to see Rice. Brecken sent me. Brecken? That asshole on the tower? All right, what does he want? I've come to make a deal. What kind of deal? The kind I make with Rice, not with his flunkies. All right, let him through. This ought to be entertaining. Что самое интересное, у нас здесь открылась даже эта комната. А, не додумался, как давать. Ару. Welcome, friend. Ну все, поехали. How long have we been friends, Osman? We have been friends for a very long time. That is why I'm so surprised that you would steal from me! Haven't I seen you somewhere before? Now I give you a choice. Very simple. Your right hand or your left? Left! Was that my left or your left? Да, только он все равно правый. Но он же так deal. И сказал, ты имел левую с моей или с твоей стороны. А с его стороны это право. And what do you offer in return? Your services? Your loyalty? Perhaps I should take both. Talk to Karim. He's one of ours. Do what he asks of you, and Rise will consider giving your people some antizin. Understood? Ну да, крутой наказчик, чувак, understood. Он такой крутой вообще, мне так его костюмчик нравится. Вот. Можно забрать вот эту? О, можно вот эту тему забрать, блин. Какую руку? Да не руку, а нож. Или шо? Он один тут лежал, над мной. У меня здесь не нож, а это фигня какая-то. Ну это тростниковый нож. Только у меня не забирается. А у меня вот забрался. У меня инвентарь полный. А, ну понятненько. Так, значит, нам надо пойти вот сюда, к их тут пахану, так сказать. Поехали, зайти внутрь. Вот, а и потом я хочу еще посмотреть, насколько я помню, тут вроде бы что-то они продавали. Причем, типа... Мы ж их недавно мочили. Так ты не думай, мы и будем продолжать их мочить. Это сейчас пока что перемирие, чисто ради экономической выгоды. Tower trash. Во, видишь, вот я торгуюсь уже. Так, ну я вижу топоры висят всякие, французский ключ. Но он предлагает максимум клевец, который хоть как-то можно принять за кусарика. А вопрос, зеленые лучше, да, чем синие или хуже? Хуже, хуже. Но ты смотри не по этому. Смотри, у тебя под картинкой предмета урон написан. Смотри, да. Что-то мне так не хочется. Так мне не хочется. Бита в желтый меню, точно. Так, ладно, пока ничего не покупаю, нету ему. Карим, давай. А вот Карим страшный еще. С какой стороны не посмотри на него. Дядь, тебе бы поспать. Иди поспи, а то сидишь тут днями напролет. Я хоть ночью зайдем, блин, ты себе. Я Карим. Крейн. An American. I have an uncle there. Lives in Texas. You from Texas? You a cowboy? I'm from Chicago. Okay, Al Capone. We'll be in constant contact over the radio. That way I can make sure you get where you need to go. And where's that exactly? You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modulators.
Most of my men are too slow, too fat, or too drunk to climb a tower like that without killing themselves. If I do this, I'll get the answers in? That's between you and Rice. I know better than to speak for him. Just don't fail. He doesn't handle disappointment very well. Ну да. Что ты там тыкаешь хотя бы, челик? Дай посмотрю, что там делать. А, он там на каком-то два чеки сидит, короче. Ну ты его слышал, значит, нам надо сейчас полезть на вышечку там. Ну, по вышечкам, короче. Симулятор электрика. Лазить по вышкам, да и настраивать связь, так сказать. Ну да, прикольно. Ну, я тебе говорю, ничто не сравнится с той башенкой, на которую мы еще не залазили, мы по сюжету не будем залазить. Значит, нам надо в ту сторону. В эту сторону. Вот так, их вот тут. Сколько вас тут собралось. Молодец. Пошла нахрен. Вот это он полетел. Ау. Да? Так, прокачал себя. Так, втопили, значит. Вот туда надо. Нам надо по телефону поговорить точно. Когда они там нам ближе к середине перестанут докучать своими телефонными разговорами. И чё? Вот тут сюда. Я думал, можно на краю посидеть просто. Crane. Report. Just met Rise. There's no question, that's Suleiman. Guy's a psychopath. He's gone from ruthless politician to fucking warlord. Is he aware of your affiliation with us? No. He thinks I'm just a guy from the tower. In fact, he's making me jump through hoops before he'll give me any antizin. Acknowledged. Continue to do as he asks. Remember, we need that file. Great. Crane out. А теперь можно побежать уже по заданию нормально. О, повышение уровня, подожди. Ну ты пока беги, это я так сказал тебе. Вот лучше вот это прокачаю сюда по стандартному. А надо идти через тоннель? А вот это я не помню, ну давай пойдем через тоннель. Может быть что найдем интересно. О, зона карантина, может не надо. А что ты сышь что ли? А нам точно туда надо было? А я не знаю вообще, что такое зона карантина, а может не помню. Хорошо, начали миссию. Да нормально, а что ты? Я люблю то, что это нас не обя... Так, закройте та-та-та-та-та-та, сложность трудно поехать. Давай, Е, принять. Поехали, давай. Это типа для совместной игры или что? Прикольчик. Это какая-то тема, которую я не мог никак сделать на пиратке. О, тихо, чё у вас так много? Ну, ты чё думал? Ну, давай. Давай, лэфт-ход это начался. Да в натуре лэфт-ход этот самый, лэфт-ход достался. Не, ну это, наверное... легко. Не, нам не нравится мне через процесс записывать, у меня что-то не то немножко, ну ладно, потом исправлю. А что у тебя не то? Кадры иногда как-то пробегают непонятно. Не знаю, странно как-то. Ох, если бы ты мог четче сказать, как это странно, я, может быть, тебе помог бы. Да ты надоел, господи, ты можешь нормально упасть там или не упасть, или что-то не падать вообще. Я уж один контейнер закрыл. Я вижу, я тут понять не могу, куда мне надо. Вот сюда мне надо. Мне все-таки лучше через эту записывать, через эту карту. Ну ладно, пофиг, на процепах. Хотя на процепах, помню, арк записывал один раз. Так, теперь надо всех зомбаков поубивать. Давай мы с тобой встанем куда-то и будем вместе, потому что мы тут сейчас... Я ничего своими ножиками не сделаю просто. Ну давай, мне пистолет достать.
Давай достанем тут пистолет, думаю, тут можно. Ну давай. Ща. Поношусь немного. Так, отхил. Где ты, тварь? Да, она от патрона вот уворачивает. Тут ты... Ну да, прикольно, попасть не могу иногда, потому что странно кадр проходит через просто. Я не знаю, как это на мне влияет. Больше не буду так делать, ладно. Буши. А нам их точно надо всех убить? Ну да, да. Они-то кончаются как бы. Знаете-то да, я вижу, что кончаются. Блин, я-то почему-то думал, тут еще что-то полутать можно. Полутай зомбаков. Так как, если они все внизу, да? Данюк, чисто снайпер с арка приехал. Всем хэд ставит. Да, конечно, со снайперки в арке попасть это еще того стоит. Да почему, алё? Не долетает, что ли? Я не поверю. Да, давай я их не сабу, два африки ты меня чисто. На дурака их, короче, ловлю. Они еще не кончились? Нет, вот они еще. Ты не умираешь никак, тетка. Тетка. Так, ну в натуре не дохло. Вон там еще кто-то есть. А, во, я понял, что у меня с FPS-ом с 30... скачет 30, 40, 20. Вот что, это застав с процесс записывал. Значит, просто все-таки говно, да? Да, проц Intel 7, пацаны, там 6700 HQ, но он еще был вставлен в эту машинку в 17 году, поэтому... Нет, Даня, нет, это не показатель, в каком году он был вставлен, постоянно говорю, он говной. Ну, что бывает, зато я ваш соотечественник такой, так сказать. О, первое место, понял. Так ты стоял, стрелял, а я бегал, блин. Ну да ладно. Получено очко. Очко. Так. Это хорошо, что у нас есть очко теперь. До этого не было, да? О, теперь я буду оружие бросать. Ну чё, нам надо теперь отсюда выходить, что ли?
Да, только в какую сторону? Я что-то... Да я вон куда это показывает, туда и пойдем. Пойдем. Что-то не понимаю. А, вон нашел. О, я ящик нашел, подожди. Ящик нашел? Угу. Фак, у меня поломались все отмечки, точно так. Ты где? Ну, блин, я теперь по 5 отмычек кравчу, нифига себе. Так и залезь, пожалуйста. Давно не взламывал. Не взламывал, да. Что-то не, пока не могу понять, в какую сторону. А вот. Охреневший. О, бита, спасибо. О, вот это ничего так, молоточек фиолетовый взял. Ты ж не на то, что он фиолетовый, смотри, смотри на то, сколько он урона нанес. Да, нет. Все это тебя учить, что не надо. Пошли, вот дверь. Вот она, дверь. Иди туда. Just met a guy named Kareem. He's like Rice's major domo, I guess. Or number one flunky at the... Карим, Карим, Гарем. Карисы, не понял. Карисы, муж. Не понял. Так, мы исследовали зону карантина, иди лесом. Так, задание... Сюжетное задание, договор с Раисой Степановной показать на карте. Так, в смысле? Надо вот у меня задание, исследуйте зону карантина, в смысле? Ну знаешь, текущее задание, балбес, открой точку, эту стопку заданий и там поставь то, что нам надо. А как мне ее открыть? Ёбаный, блядь, давай, открой инвентарь, а там сверху задание будет. А... Задание. И мне надо договор с Райсом. Да? Ну ты видишь, оно сюжетное написано. Да, все. Все, побежал. Исследовали мы уж эту зону карантина, фигина. Аль Капон. А мне послышалось Аль Кабарон. Я не бухаю. Well, that's a benefit for everyone, not just Rise. Perhaps, but the Emperor must monitor his empire. Ну да, тут я с ним согласен. Kareem, I met the first antenna. If the power's not on, you'll have to turn it on. There'll be a switch in the small building at the antenna's base. Ой. О, ножик дали, да ты шо. Ой. Там натворил, дебил. Я на машину просто прыгнул, ну ладно, я полезу отсюда. Если пойму, куда лезть. Нет. Это же было веселее просто. А, веселее. Я не понял, куда дальше прыгать. Мне тут веселей. Куда прыгать-то? Данек, тебе, понимаешь, внизу надо включить основное питание. Чё ты сюда лезешь-то? А туда ж надо будет залезть или нет? Ну потом! Если ты сейчас сюда залезешь, ты просто так считай туда залезешь. Эй, открывай дверь, дурак. Ты где? Ну вот ты момент просрал. Я? А ты чё на вышку-то полез? Так не знаю, я за тобой.
просто. Иди сюда, я без тебя дверь открыть не могу. Почему? Не ожидайте других игроков. Там... Я без тебя ничего не сделаю. Без меня он ничего не сделает. Игра все не позволяет. Где я тут спуститься? В какую сторону-то можно? Давай, что там игра не позволяет? Нормально. Бум. Ой, фу. Фу, как некультурно. Давай пистолет достану. Грохнул, тварь. Ой, ко мне каменщик идет. Он ко мне каменщик сейчас залезет. Каменщик работает, три дня. Да не мог спасать. Пытаюсь. Ты очень что-то плохо пытался, я сейчас сам себя спасу. Да я хочу с крыши ему по башке дать, не получается. Он ко мне залез вот туда, в дыр. Ой. Да-да, нет, ты помогаешь, вот как всегда, отлично. Погоди, а есть гранату кинуть? Ух, как потом... Синячно. Дай ему только срать. Вообще посрать? Нет. Так. The power's fucking on. Заберитесь на антенну. Теперь можно лезть на антенну. Чё тут еще можно создать состязание, кто на антенну залезет? Ну, вчерашняя с антенной я выиграл, наверное. Так, дай-ка, ну-ка, я сейчас залезу туда и пока... И отойду на 2 секунды буквально, тут надо подрить носик. Надо подрить носик, а я быстро. Чтоб тебе. Лезем, пацаны. Опа. Как хорошо брякнулся.
Так, а дальше куда? Думаю, что сюда. Так, вот я и залез. Так, флаг забрал. Сос. Это все забрал. Сундук открыл. Найдите блок передатчика, он говорит. Но я ж залез. Чё не так-то? Ниже, что ли? Значит, не ниже. Так, немножко брякнулись. Но ничего страшного. Главное вспомнить, как залезал, и все. Так вот, на этом этаже блок передатчика, я как понял. Да. Все верно. О, shit. Kareem, someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. О, shit, Kareem. Я уж даже наверх вышки залез, и это открыл. Вышки залез? Да, и наверх залез на самый ее. Я ее уж всю покорил. Какой ты молниеносный. Я, наверное, думаю, мне нет смысла туда лезть, да? Ну там... Прикольно, там флаг. Нет, тогда стоит. Ну я могу на миссию оставшуюся полезть уже пойти. Иди. Идти? Погоди, я тебя не держу. Иди. Окей, время, так, время посмотрел, окей, идем. Мы на этом уже будет завершить, как закончим серию. Ой, миссию, как закончим серию. Так, побежали. О, чего жрут? Чего жрут, это доволен. Да нет, я его засейвил. Сам его сожжешь. О, подлогнул что-то. Пожалуйста. Интересно. Так подожди, я что-то промухал, на какую высоту залезть-то там? На самый верх. Вот свисит, да? А, датчик был пониже, но я его уже открыл. Я, чувак, туда, на самый верх уже залез. Ты долго как-то лазишь? Я спускался вниз, датчик сделать. Просто. Я думал, он на самом верху. Блин, это... Уехал. Чё? Так, теперь побежали к тебе. Иди. Я тебе сейчас даже ничего там не будет. Так, навыки, уровень ловкости повысился, давай. Так, во время скольжения можно ломать ноги. Так, когда враг нападает, альт, выберите направление. О, давай альт. Изучен. О, здрасте.
Kareem, I'm at the second antenna tower, and the fence is electrified. I think someone's inside. That will be Alexei. Probably. Oh, Alexei. I find them tiresome. Don't let them stand in your way. Это Алексей. Get inside and turn on the transmitter. Алёша. Алексей, здорово. Ожидайте других игроков, ибо Алексей вас ждёт. Оля, тут мужик сидит, колотит. Ну, жду тебя. Залезь на забор. Молодец, успел. Меня за жопу схватили немножко. Оля, ты там идешь. Алексей, Алексей, пойдешь на привычку? Ович. Возьму тебя на превьюшку, когда диалог будет. Так, ой, опа, ножик-то надо. Интер запомнится, значит, не надо. Ты там на как далеко убежал, я что-то забыл, где там этот Алексей-то стоит. Отец Алексей. Я могу уж начинать включать передатчик, я как понял. Подожди, где там батя Алексей-то? Да вот, ё-моё, вот. Да я обошел, я с горы прыгнул. А этот чувак, значит, не подумал, что кто-то с горы может прыгнуть. Там надо было тоже. Кстати, Рофил, от Алексея тень идет, от меня тени нет. Слышь, ты вампир, нафиг, выключайся, давай. От меня нет тени на скале, от Алексея есть. Кстати, по этой дороге могу. Ты куда можно ушел? Это? Иди сюда. Я обошел. Сейчас ты обходить. Просто по этой дороге так мы в старый город уйдем. В старом городе там красиво. Это здесь мы бегаем, ты не думай, это не единственная локация в этой игре. Тут есть еще одна. I need to climb the tower. О. Why the hell would you want to do that? For Rise. He asked me to. Не послушался ли он, сказал, ты дурак. You don't look like one of his crew. Oh, fine. Yeah. I'll just radio back and tell Rise that you wouldn't let me through. What? Fuck. No, I didn't say that. You want to climb? Fine. Go, go. Коко. И чё, надо лезть, включить передатчик? Христов. Да куда? Так, тут лестница забочена. Эй. Ку-ку. О. Здрасте. А вот это вот я просмотрел, ты нашел. Да я голова прикусил, че. О, я полюбил эти вышки вот после одной миссии сюжетной, я тебе отвечаю. Лезть будем вот на вышку, вон там она стоит. Да-да. Красно-белая вон там. А, отсюда кажется обычной вышкой. Там эта вышка вообще в космических размерах. Я чуть не улетел к херам. Я? Или ты? Я тоже, кстати. У меня... У меня было так, как будто я сейчас выпаду. А как ты сейчас там был, извини? Там это где? Там же лестницы не было, или за эти штуки можно хвататься? Или была? Да. А, была лестница. Чувак, нормально, чё ты? Да чтоб тебя. Чё-то я не вижу, в какую сторону отсюда прыжок веры делать. Нафиг это байт на дебила просто. Ты ж
Чтоб тебя. Так, вопрос. Это был байт. Это был не байт на дебила, это был такой способ пройти дальше, но я это не сразу понял. И залез с другой стороны даже. Так, подожди. Я опять-таки прошел, я уже выше того, что надо. Понятно. А я там, где надо. Ну я там флажочек сверху, поэтому. And this thing still intact. Let's see if it was worth the hassle. Hey, Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Ну, я тоже слазил за флажочку. Loud and clear. Nice job. You know the way back, right? Right. Вы получили новый наряд. Новый наряд — это круто. Так, ой, я тоже сюда залез, и где флажочек? В ящике. А. Все, и чё? Куда прыгать? Домой. Ну, в смысле, я тебе не хотел. Это Куплинов все жаловался, короче, на ассасина. То, что, ну, последнего, то, что типа залазишь на гору, точку открыть, а не знаешь, куда прыгать. Нет. Это не то. А куда прыгать-то реально? Ну, может, если ассасин хотя бы был от первого лица еще. А куда прыгать-то? Ладно, я не понял, куда прыгать, спущусь вот по этому канатику. Пошел в стену. Эй, ты чё, дурак? Чё ты его засветить фонариком? Испугал, ослепил. Да ты рофлишь. Вот почему я не могу так уворачиваться? А не, могу. Ах ты ж. Не, тихо, тихо. Аптечка. Ты офигел, чел. Да блин. Зомби, сожрите его. А чё на меня-то нападать? Он чел. Почему на меня пристально идёшь, дура? Человек же есть. А, понял, Майя, сломался гаечный ключ. Она просто на него не нападает, чисто из-за принципа. А, стоп, я ж теперь бросаться могу, точно. Спасибо, что напомнил, дурак. Ой, говно получилось. Где мой гаечный ключ? Где мой гаечный ключ? Красиво, меня уронил. У меня гаечный ключ перелетел, что ли? Я его просто... Я в него кинул, он его куда-то отрикошетил. Где мой гаечный ключ, чел? Реально дебил, чисто мне. А он что, пропадает, что ли, насовсем? Лежит, логично. Но он должен же лежать. А, во, я его нашел. Ну на, давай, дурак, драться. Я не буду больше. Да кто там? Я его ушабутываю, ты вот боешься. Пошли. У него. Я так просто не уйду. У него было. Че было? У него была кама. Я теперь больше ничего не люблю, честно. Вам пошли.
Чего? Че? Какой столб? Ты че, дурак совсем? Ай! Я не на столб хотел. Good job, man. Да не надо, не трогайте меня, дебил. Че ты там лампочку тратишь, идиот? Ну, она восстанавливается. Это я тебе подаю сигнал. Ай. Куда, кому помогать, если что? Ага. Не понял. Ну, нажимаю альт, ты чё? Не помогает. Не работает альт. Так, не всегда это работает. Там он напишет, когда надо нажимать. А-а-а. Ой, ой. Тихо. Я залез. О, он начал залазить на машину, а я от него оттолкнул. Там вдвойне выше полетел. Прикольно. Я дураки, как он залез. О, залез. Wants to know. My name is Troy. I lead a small group of survivors over in Sector Zero. We call ourselves the Embers. Куда идти-то? Sector Zero is completely sealed off. Mr. Crane, until you restored radio communication. Communication. Job's done. Now it's time to get back to Rising. Ой, аж спина заболела. Чё, всё? Mm-hmm. Rice. Well, you not only did the job Karim asked of you, but you made it о, back давай in тебя one piece. Сфоткаю. Bravo. Can I get some answers in now? Did you think I would be satisfied so easily? You still have plenty to prove. Look, we really need the drugs. Let me have them now, and then I'll come back and do whatever. You'll get Antazine when I say you get it, not one second before. But, as I have established, I am not unreasonable. Do all that I ask of you, and I will give you not one, but two. Crates of Antazine. All right, fine. What do you want me to do? This will be different from your exploits on the antennas. It will require a bit more. Это продолжение миссии или чё? The imposing of one's will. Да какое продолжение, уже до хрена времени прошло. That is what makes a man. Do you live by your own rules, Crane, or are you merely someone else's puppet? I believe I know the answer. Talk to Karim before I decide you are no longer worth the trouble. Так, может, в следующей серии начнем? Продолжим это задание. Давай. Все там, давайте. Всем удачи, всем пока. В следующей серии.